В районе началась ежегодная вакцинация населения против сезонного гриппа, которая проводится в рамках национального календаря профилактических прививок. Вакцинация началась, как и рекомендуют врачи, заранее до наступления периода массовой заболеваемости простудами. Благодаря этому у привитых будет достаточно времени для образования устойчивого иммунитета. Всего четырехвалентные вакцины Ультрикс Квадри и отечественные вакцины Савигрим привились 3836 жителей района. Ежегодно данную процедуру проходит глава Кашхабского района Заур Хамирзов. И этот год, естественно, не стал исключением. Руководитель района отмечает важность проводимого мероприятия в целях обеспечения эпидемиологической стабильности и профилактики сезонных инфекций. Пройти вакцинацию сможет любой желающий. Для этого необходимо обратиться в медпункты по месту жительства.